колесе сидит или где? Ты сорок бы туда ходил. Куда вы уходили? Так, вы за кермом были, так? Так, я була за кермом. І куди їхали? Звідки? Куди? Їхала від Аграрного в сторону Голосіївського проспекту. Їхала собі спокійно, скажімо так. З того боку знизу таксист в'їхав в мене. Ну, мене розвернуло і я зустрілася з газелею, яка їхала на зустріч мені фактично. Хто, так на вашу думку, власне, спричинив пригоду? Ну, той, хто не уступив дорогу, в якого знак. Не поступився вашою. Ви їхали по головні, виходить? Ну так, он у нього знак поступитися, трикутник. А ви з ним спілкувалися, що він каже? Ну, ще не спілкувалася. Він проїжджав, блядь, вона навіть не розворачувалася. Боже, в'їм. А вона каже, що прямо їхала, чи не їхала прямо? Ну, каже, може, прямо їхала. Ну, хто тут кого не пропускав, я не знаю. Я, короче, случае должны были пропустить. У вас знак. Ну я уже, она, когда остановилась, вот уже, она же его ударила. Она когда остановилась, я уходил уже вправо, чтобы избежать удара. Ну, конечно, зацепил ее. Ну, не сильно там. Что спринтера, что они говорят наоборот, что вы ударили, естественно, того, она ударила спринтер. Ну так как. А вы звідки куда ехали взагалі? Я вот отсюда ехал сверху. По прямій, так? Да. Чи сюда загадали? Ну ехал сюда в суд. Вот. Даже если разворачиваться, еще раз говорю, она, вы должны были ее пропустить. А вы бачили ни, взагалі, якую она ехала, чи ні? Я уже увидел, когда уже перед носом она у меня была. Принтер двигался, грубо говоря, с проспекта Голосеевского по главной дороге. Автомобиль Opel со стороны Блакитного по своим главным дорогам, то есть по своим полосам в совершенно разных направлениях. Автомобиль такси, да, ладно, если не ошибаюсь, по Потехина подымался, грубо говоря, не пропустил, вследствие чего ударил автомобиль Opel, вследствие чего Opel уже ударил, его развернула Opel, потому что оттуда ехал, и уже ударил вследствие спринтер автомобиль. Чи є постраждалі? Постраждалих немає. Є забій голови у пасажира, ой, у водія спринтера, але від госпіталізації він відмовився.